сентября 5-го. Сказательно буду говорить. Случается мне рано утром на службу спеша заглядеться на город, как он пробуждается. Встает, дымится, кипит, гремит. Разглядите-ка, что в этих черных закоптелых больших капитальных домах делается. И тогда сами рассудите, справедливо ли было без толку себя сортировать и в недостойное смущение входить. О, дымному гну в конуре сырой, которая по нужде за квартиру считается. Мастеровой от сна пробудился, а все ему примерно говоря: «Сумасть сапоги снились!» Так будто именно такая дрянь и должна человеку сниться. Да ведь он сапожник, ему простительно все об одном предмете своем думать. У него дети пищат и жена голодная. И не одни сапожники встают иногда так. В этом же доме, в оснащенных палатах и богатейшей улице, все те же сапоги, может быть, ночью снились. На другой манер сапоги, про сон другого, но все-таки сапоги. Ибо в смысле ты здесь мною подразумеваемым. Все мы выходим немного сапожники. Только нет человека подле этого лица, который бы шепнул ему на ухо: «Полно о себе об одном думать, для себя одного жить. Ты не сапожник, у тебя дети здоровы и жена, если просит, оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предметов более благородного, чем свои сапоги?» Вот что хотел я сказать вам иносказательно. Потому не отчего было грош себя оценять, испугавшись одного шума.